Вітаю усіх глядачів, хто дивиться кременчуцькі новини наживо. І наш ефір продовжує зустріч із психологом, дитячим психологом Вікторією Волею. І тема нашої сьогоднішньої розмови – перший раз в перший клас, в дитячий садочок та у відпустку. Отже, сьогодні говоримо саме про це. І я хочу зауважити молодим батькам, які нас дивляться, якщо маєте якісь питання, можете залишати їх у нашому чаті і впродовж ефіру ми на них дамо відповіді. Ну і розпочинаємо з перший раз в перший клас, саме про підготовку перший раз до школи. І я хочу представити ще одну гостю нашої студії, це Сашуня, майбутня першокласниця. Привіт, Саша. Привітики. Привіт. Вікторія, ну, звісно, починаємо з того. От молоді батьки готують дитинку до першого класу. Але як зрозуміти, що дитина вже готова йти в школу? На готовність к школі желательно обращать не на один какой-то компонент, а их несколько. Это физиологическая особенность организма. Эмоциональный и интеллект, и эмоциональное состояние, и психологическое состояние. Ну, в принципе, мы сейчас с Сашей покажем самые простые способы, которые точно родители могут дома попробовать и для себя сделать какую-то оценку в плане, готов ли мой ребенок к школе или нет, потому что малыш стартует в новую жизнь, и я придерживаюсь такого мнения, чтобы не спешить. Ну, я теж так вважаю, бо зараз там в 5,5, все, ми віддаємо саме цьому вчителю, от нам треба, там, ну, чим раніше, тим краще. Тобто, от цікаво саме, та, як зрозуміти, що дитина вже дійсно готова, щоб це не було для неї потім мукою, для батьків мукою. Ну, так, в тому-то і проблема, що ізначально ребенок поки слухається, він буде виконувати на автоматі домашні завдання, починаючи з 5 класу, у них бунт, і вони пропадають будь-яка мотивація к учебі, і все, тоді батьки беруться за голову. Тут головне не спішити. Ну, давайте почнемо. Да. Сашуля, ти готова? Так. Поговоримо зі мною? Так. Окей. Як тебе зовут? Саша. Сколько тебе лет? 6. Угу. Как зовут твоих родителей? Олександра Демиденко та Дмитро Демиденко. Молодец, умница. Как называется город, в котором ты живешь? Кременчук. А каких домашних животных ты знаешь? И диких. Ну, домашние это кишечка, кролик, собака, морська свинка, хом'ячок, шиншила. Дякую. А дикі? Дикие животные? Коала, панда, тигр, лев, слон, верблюд, зебра, жираф. Умница какая! Наверное, много путешествуешь? Решил генетически. Пора в Африку. Скажи, пожалуйста, в какое время года на деревьях появляются листики? Лето. Угу. Весна. Весной, умничка, молодец. А что остается на земле после дождя? Грязюка. Хорошо. И грязюка тоже, особенно на наших дорогах. Скажи, пожалуйста, чем отличается день от ночи? Те, що у ніч темно, а у день світло. Так, а чому в день світло? Тому що світить сонце. Сонечко, молодець, яка умниця. А буває, в день сонця нема, але світить. Ну, за хмарами. Так, тучки там спрятали його. Ти хочеш в школу йти? Ну, так, хочу, але ну, трошечки ні. Ну, так на маму поглядаю. Але скажу чесно, ми не готувалися. Бо для мене важливо саме такий об'єктивний результат. Думаю, треба розказати, що треба брати в школу. Ага, ти відповідаєш так, як ти так, як нужно сказати. А як тобі хочеться на самом деле? Не дуже. Не дуже. Ну, спасибо за чесність, це важливо дуже. А как ты думаешь, что будет интересного в школе? Математика. Лишь это я обожнюю. Хочешь уже научиться считать? Так, звісно. Круто, молодец. Я уже до 60 вмію.
Вот это здорово. Ничего себе. А еще что может быть интересного в школе? Больше для меня нет. Ага, научиться считать. Ну, так уже так какое-то прям направление появляется у ребенка. Хорошо. Сильнись до математики. Да. А как, по-твоему, лучше учиться дома с мамой или в школе с учительницей? Дома с мамой. Хорошо. Договорились. Сейчас я сделаю быстренько подсчет сразу, и мы перейдем к следующему тесту, и потом еще один. То есть в этом тесте эти вопросы могут задать дома любые родители, проверить ребенка. Можно даже бабушку попросить или тетю, так чтобы родители были как бы не заинтересованы. Самые простые вопросы, которые дадут ответ и про готовность ребенка к школе в том числе. Тож, батьки, уважно занотовуйте ці питання. Саша, а ти поки малюєш, так? Так. А розкажи мені, що ти малюєш? Поки Вікторія. Узор. Ну, коли переходимо к следующему. Треба казати, мабуть, що треба брати в школу. Ну, зайчик, ми зараз про готовність дитинки таку психологічну. Про те, що батьки куплять портфелі і зошити, і книжки, це і так зрозуміло. Я зараз намалюю, що треба брати у школу. Здорово. А ви поки що там, що треба робити. Еще важно обращать внимание родителей на физическую готовность ребенка, которая свидетельствует о том, что малыши начинают меняться зубы. То есть организм идет, перестраивается уже на коренные зубы. Это одна из особенностей, что ребенок готов. Второй признак, по которому можно проверить, готов ли ребенок к школе, это правой рукой ребенок дотрагивается до левого уха через голову. Санька. Я бы хотела, да, чтобы сейчас Саша это повторила. Смотришь на меня? Смотри, правой рукой я дотрагиваюсь через голову до уха. Вот это левая рука. Можешь левой рукой, как хочется. До правого. Да. Через голову. Давай вот так вот через голову. Бери ручку, расслабь свою. Через головку. Съезжает, но еще не совсем. Давай еще разочек. Вот так. А если правой? А правой ручкой. Там, ну, чуть-чуть на кончик ушка, да. Чуть-чуть достает. Да. Угу. А зубы в тебе як? Да, я вижу, там уже идет полным ходом подготовка. Класс. Он выпал или тебе вырвали? Сама пальцем. Ты молодец какая. Ниткой вернее. Вот так, смотри. И даже больно не было. Понятно. А куда ты его дела? Фея отдала и 50 гривен принесла. Хорошая фея. Я бы тоже с такой феей подружилась бы. Следующий тест, который будет определять на моторику рук. Сейчас я... Смотри. Бусинки дашь мне? Нет. Бусинки, конечно, тоже хорошо нанизывать. Есть первый ряд. В первом ряду три квадратика. И я сейчас на каждом квадратике буду засекать время, и твоя задача ручкой в этом квадратике ставить точечки. Говорю стоп, и ты переходишь к следующему квадрату. Да, потом говорю стоп, и ты переходишь к следующему квадрату. Да. Верхний ряд – это для правой руки, а второй ряд, нижний, это для левой руки. Да. Хорошо? Сейчас ты работаешь правой ручкой, и правой ручкой в верхнем квадрате, когда я тебе скажу, поехали, пока ничего не делаешь. Подожди минутку, сейчас я буду засекать время. Ну как точки? Просто две, одну сверху, одну снизу? Просто точки. А, просто точки. Просто точки, но они должны быть в квадрате. Да, хорошо. Поехали. Уже пошла на дальше. Хорошо, давай.
Ой, тройка получилась. Угу. Стоп. Ты умница такая. А можно любых форм, просто у меня тут и дужки получаются. Можно. Можно. Ну, лучше точечки, конечно. Ну да, но у меня просто точки не получится. Стоп. Так, теперь берешь в левую ручку. Сейчас по моей команде. И начинаешь ставить точки левой рукой. Поехали. Лучше точки. Поэтому не спешить. Молодец. Так сумлинно. Да, старается. Стоп. Переходим ко второму квадратику. Давай. Точечки. Стоп. Умница, молодец. Ты можешь завершать уже. Сашуль, можна я покажу нашим глядачам, як це виглядає? Так, я думаю, що побачать. Та не побачать. Не я побачать, зараз покажи встану. Ти. І можна встати? Ні, показуй так, як мають виглядати ці квадратики, щоб батьки могли як зі своїми мовити? Дітками цей тест також пройти. От так, вам, смотрите. У нее высокий Добре. Результат, то есть там даже подсчитывать нечего, видно, что у нее хороший результат, но есть утомляемость. То есть вы сами заметили, да. Как она ручку перехватила на первом квадратике так, а потом вот так. Вот это про Ще утомляемость. Ну, да. Я чомусь так и подумала, я не знала цього тесту, але так мені здалося. Давай, дорисуй что-нибудь, и мы с тобой сделаем еще один тест на моторику. Это уже не писать, просто ручками с тобой поиграем. Я тебе покажу, как, и ты пальчиками поиграешь. Давай? Давай. Посмотришь на меня? Смотри, сейчас тебе нужно будет поздороваться с каждым пальчиком. Мизинчик два раза, безымянный два раза, указательный вот, два вот раза. Так вот? Ой, средний два раза и указательный. И потом наоборот, указательный, средний, да. Безымянный, а вот так мизинчик. Вот, об этот, да. Да, начиная с мизинчика. Можно ты, я с вами буду? Да, два раза здороваешься с большим пальчиком. Раз, два. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. И теперь опять с указательного. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Так, и теперь на левой то же самое. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Угу. Была у нее одна ошибка на левой ручке, но она большая молодец. Мне даже приятно да. Зачёты. Вижу, что... Какой еще тест? Мне не терпится. Тебе сегодня 12. А какой еще тест? Какой счет? Счет чего? Нет, тест. Тест. А, какой еще тест? Ну, захочешь ко мне, придем еще.
Тестов на самом деле очень много, и каждый специалист выбирает для себя тот тест, который пожалуйста, ему нравится. Пожалуйста, можно еще один тест? Ну хорошо, давай еще один тест. Смотри, сейчас я рисую точечки. И ты должна будешь повторить то же самое. Хорошо. Это последний тест на сегодня уже. Ну, не почти... очень большой. Да, правда. Чуть меньше сделала. Ну, а так, в принципе, расстояние одинаковое. Клеточки точно видит, понимает. И думаю, что у вас будет хорошая ученица. А если да, еще такой тест, что по точкам нарисовать? Ну, смотри, сейчас, если ты хочешь, мы сейчас будем разговаривать с мамой, ты можешь нарисовать человека. А возле него можно какой-нибудь зверька? Ты можешь нарисовать все, что тебе нравится возле человека. Но главное, чтобы ты нарисовала людину. Да. Угу. Может, тут нарисуешь на большом листике? Не надо. Давай тогда мы перевернем. И вот здесь вот. Пожалуйста. Тестов на самом деле много, и каждый специалист выбирает те тесты, которые видит уже по ребенку. И бывает так, что протестировав, видит, что ребенок не готов, и тогда психолог может провести коррекцию этого состояния для того, чтобы подготовить малыша, ну или не малыша, а ребенка подготовить в школе, или наоборот говорит, что нет, пока еще рано. И важно прислушаться. Не поспешат? Нет, нет, поскольку все взаимосвязано очень именно с развитием мозга. И, ну, как показывает время, что дети на самом деле к 7 годам могут выучить и преподавать в школе. Возможности мозга не ограничены. И они могут знать несколько языков и прям покорять своими знаниями, там показывают в телевизоре, много стран ребенок знает. Но задача мозга до 7 лет вообще не в этом. А в чем? В игре. Ребенок должен наиграться. Как только он наиграется, у него появится желание дальше познавать этот мир. И это как раз и связано с развитием мозга. На момент рождения это самая не дифференцированная структура, то есть он не работает, только-только начинает запускаться. Первые 3 года жизни... Я даже 2 человек нарисовала. Угу. Первые 3 года жизни идет активная миелинизация нервного волокна, чтобы передавались импульсы. И чем больше ребенок вовлечен в общение, тем проводные пути нейронных волокон, они укрепляются, и тогда передается связь быстрее, сложнее и эффективнее. Мозг – это живая структура, которая способна подстраиваться под те условия, в которых попал человек. Но и это естественная и самая сложная структура вообще на всем живом, на всем земном шаре, как естественная, так и искусственная структура. И если рассматривать, я уже показывала эту картинку. Так, на новом нашем эфире. Да, для детей 5-7-летнего возраста, то есть для полного развития, должно пройти 5-7 лет для развития мозга. В этом случае... идет мозг развивается сразу вертикально по нейронным цепочкам. После того, как он вертикально созрел, идет горизонтальное или же билатеральное соединение правого и левого полушарий. Вот эта интеграция мозга, она очень важна, она происходит в 5-7 лет, у некоторых где-то к 9 годам. Но именно это соединение говорит о том, что для формирования самых важных структур. Каких? Умение самоконтролироваться, собираться, мыслить. Все то, что необходимо для школы. Как, это фундамент. Вот все. Ага, я вижу. А будет еще тема, что надо собирать в детский чемодан? В детский чемодан? Да. Пока не будет. Ну, сегодня точно не будет. Ну, не сегодня, но на следующем, пожалуйста. Ты придешь, школа... придешь ко мне в гости? Мама, можно будет? Конечно. Ну, все.
Хорошо. Расскажешь мне, что надо в детский чемодан, а я расскажу, что мне нужно. Ну, мы с тобой поиграем в такую игру. Да. Хорошо. То есть управляющие функции – это способность к суждению, к самоконтролю, к планированию и к организации. Когда можно прийти? А мы договоримся с мамой с твоей. Так, нам Саша ще потрібно? Я думаю, что уже нет. Так, Сашуль, я знаю, що... Ну, розкажи, що ти намалювала. Угу. Макс, Саша, а це заєць, пёсик і котик. Ух ти, скільки животних. Макс, це хто? Це мій друг. Скільки йому лет? 8. 8 лет, он уже в школу ходит? Да. Так это он тебе про математику, наверное, рассказал? Нет, это я и хотела математикой называть, заниматься. А как собачку зовут у Макса? Ну, у него, по правде, только рыбка. А я просто нарисовала. И футбол? А он хочет собачку, наверное, да? И футбол. Да нет, он не хочет. Не хочет? Просто... Просто я так нарисовала, что у него есть. Так. И... А что собачка любит кушать? Корм. Понятно. А можно, кроме того, что как собирать чемодан, ты еще устроишь мне тему... Забыла. Какую. Ну ладно, мы с тобой поиграем. Хорошо. Тебе нравится играть? Да. Ну, мы с тобой точно еще поиграем. А дашь мне пуговички по цветам? И бусинки пособираем. Да. По цветам и нанизывать пуговички. Договорились. Спасибо. Все, добре, я уйду, наверное. Дуже дякую тобі, що ти прийшла до нас на ефір. Можна і ми змогли розкрити забрати? Таку Это важливу твоє. Тему. Ми з тобою ще встретимося. Пока, до встречи. Пока. Может, что-то хочешь нашим глядачам сказать? Приходите на концерт «Зазеркалье». Тоже неплохо, вот и реклама пошла. Ну да. Пока! Пока-пока! Ну, а мы продолжаем нашу розмову. Да. Отже, ну, я думаю, що Сашуля пішла, якийсь можна зробити попередній підсумок, да, от якщо орієнтуватись на ці... Ну, у неї середній рівень готовності к школі, навіть чуть вище середнього. Ну, тобто ще не треба дуже особливо поспішати, але зважаючи на те, що ще літо попереду, то... Єсть, от к этому тесту вопроси, тобто вона как бы не достає ще до ушка повністю. Угу. Больше туда ручку за затылок, я бы еще бы понаблюдала, например. Но в общем, исходя из того, что зубки уже меняются у нее, смотрю, она пишет, рисует, рассуждает, у нее хорошая готовность. Дуже вам дякую, ну а батькам говорю, занотовуйте тести и робіть висновки, не навантажуйте дітей. Усьому свій час. Так? Да, да, и если разобраться, вот продолжить про мозг, то только к 5-7 годам происходит соединение правого и левого полушария. На основе этого формируются управляющие функции, как я уже говорила. И это основа, это фундамент для того, чтобы у ребенка развивалось творческое мышление, решение проблем и нравственность. Мудрость, то есть зрелость личности на самом деле. Пока у ребенка нет этого соединения, его поведение импульсивно и неуравновешенно. То есть ребенок что-то захотел, тут же упал, закапризничал и ну, ведет себя вот таким бывает, образом. Они манипулируют наверное, трошки. Это не манипуляция, это как раз связано с тем, что мозг ребенка еще не зрелый. То есть, а я не знаю, як поводиться. Да, мозг дает мораторий на все остальное. Есть только одна задача, и я хочу ее решить. Ничего другого ребенок не видит. Это не специальное поведение. Действительно, многие родители думают, что это манипулирование, что он командует и там, добивается своего. Есть и такие случаи. Но в основном вот в 5-7 лет это происходит не специально, поскольку функция мозга еще не способна анализировать. Ну вот такой маленький пример. Ребенок на море заинтересовался ракушками и сидит, рассматривает их с интересом.
сортируя по цвету, по розміру, і тут на нього накатує волна. І все, це розбіглось. І він такий, став, во-первых, він розсердився, він не ожидав, для нього це було... зруйнували його якось. Да, во-первых, вмішались в процес, все там розрушилось, а во-вторых, ребенок, взрослый способен отойти на безопасное расстояние. А малыш не способен, его заинтересовали конкретно ракушки, он здесь остановился и начал их рассматривать. Вот это как шоры на глазах у лошади, когда есть цель, и только одну цель ребенок выполняет. Вот пока не будет этого билатерального соединения, ребенок не способен понять смысл всей той информации, которая ему поступает извне, он просто не может ее переработать. Ему сложно. А школа как раз это огромное количество информации, много уроков, плюс еще домашние задания. Но очень верится в то, что система сейчас ломает, ну, и переходит на новый уровень. Да, все говорят про новую украинскую школу. Да, про то, что не будет домашних заданий. Очень радуюсь, поскольку у меня в следующем году тоже ребенок идет в школу. И так прям выдыхаю с удовольствием, поскольку не потому, что трудно делать домашние задания, а потому что ребенок еще не в состоянии вот такое количество роботи вдома зробити. А от скажіть, на вашу думку, чи варто навантажувати дитину перед школою всілякими репетиторами, заняттями, там, підготовчими, всякими курсами? Ні, однозначно ні. Большая просьба к родителям нічого з дітьми не делать, і навіть якщо це второкласник, який перший закончив, пішов у другий клас, ніяких домашніх завдань, нічим ребенка не нагружать. Дайте їм можливість набігатися, напрыгатися, плавати. Ну, в принципі, ми, мабуть, нам, от нашому поколінню повезло, оскільки у нас не було гаджетів, і ми були свободними на вулиці, практически телевизор не смотрели. Там с ранку до вечера, там тільки на обід мама загонит. Да. Якщо... Покушать и снова на улицу. В этом и заключается развитие ребенка. Вот скажите мне, пожалуйста, как вы думаете, Коко Шанель, она ходила на курсы кройки и шитья? Думаю, нет. Уверена, что не ходила. Читала ее биографию? Нет. Для ребенка так важно, чтобы он побыл сам с собой. Со своими мыслями, побыл в себе, прислушался, что для него важно. В эти моменты происходят такие классные вот преобразования. Он растет в этой тишине. И многие родители боятся, он же ничего не делает, там, занимается ерундой. Да дайте ему свободу в этом плане. Так. Точно так же Билл Гейтс, прямой пример. Да, как вы думаете, он ходил на курсы по компьютерам? Думаю, ще ні. Не ходив. І, тим не менше, його успіх зовсім не від цього залежить. Бачите, батьки, треба це брати на озброєння, не навантажувати дітей. Ну і все ж таки, наскільки б не була дитина там морально, психологічно готова до школи, все ж таки, це новий колектив, це нові знання, об'єм інформації. От як можуть батьки допомогти адаптуватися в новому середовищі, от коли вже дитина пішла до школи? Ну, первое, на что обратить внимание, раньше времени не идти. Социальная адаптация, ну, только что с Сашей, она меня увидела, поздоровалась, привет, то есть она социализируется, у нее с этим все в порядке. Поэтому, если ребенку сложно идти в коллектив, лучше годик подождать. Потому что пока ребенок не проработает все свои отношения с мамой и с папой, ему сложно идти в коллектив, и для него там будет много трудностей. Что касается помочь, ну, скорее всего, единственная рекомендация – не нагружать никакими другими кружками, курсами, занятиями. Если ребенок уже ходит куда-то, то предупредите тренера, например, или там руководителя кружка, что первые 3-4 месяца ребенок не будет никуда ходить, ему нужно время на адаптацию к школе. То есть основное – это просто не нагружать деток. Они получают много информации, от этого очень сильно устают, плюс новый коллектив, идет реакция какая-то на поведение ребенка, на поведение учителя. И вся эта реакция, прежде всего, сказывается на нервной системе ребенка. Ну, уже трошки вы рассказали про это, но все-таки, как организовать будни первоклассника, да, чтобы он не перевтомлювався? Ну, если там відкинемо уже гуртки якісь. От... И тогда отбрасываем домашнее задание, что его точно нет, домашнего задания. Игра.
Снова игра, поскольку... И не компьютерно. Не-не-не, игра живая. Сейчас все, что я говорю, с игрой связано, это не гаджеты, не компьютеры и не телевизоры. Это живое общение, которое поможет ребенку в игре познать себя, познать мир и открыть для себя что-то новое. Дать, конечно, возможность отдохнуть после школы, поспать, возможно. То есть последовать за ребенком. Не приходить и говорить: так, что вы в школе делали? Открывать дневник, если... И будем повторювати. Да, да, да. І ще напишемо там кілька сторінок прописів. Да, ні в коем случае. То есть, может быть, если там вы очень сильно хотите, дайте ребенку написать, пускай это будет 20 минут, но точно без постоянного переписывания. Многие родители, я знаю, что и по 3 часа заставляют ребенка писать. Або виривають листок, бо він там погано написав, давай пиши заново. Да, и только что по Сашеньке было видно, как у нее ручка устала, тут же начала перехватывать. Моторика, чтобы вы понимали, после письма у них ручки болят так, как у нас после копания картошки или после сложных физических упражнений. Так у них устроено, незрелые ручки еще очень сильно. Дуже дякую вам за відповідь. Я хочу перейти до наступного блоку нашої програми. Поговоримо про малечу, яка йде у дитячі садочки. Якщо там, з першокласниками ще зрозуміло, вони вже мають який досвід там в колективах, хто в садочок ходив, хто там десь на якісь гуртки, то тут дитина практично відривається від мами і вперше йде от дитячий садочок. Які ваші рекомендації, щоб цей процес максимально полегшити? Перше – це смотреть на возраст. К счастью, в нашей стране, и огромное спасибо за это нашему правительству, есть декретный отпуск, который длится 3 года. Поэтому первая рекомендация – не спешить отдавать ребенка в садик по истечении ему, по исполнению ему 3 лет. Как таковой социализации у детей в этом нет потребности. У детей есть потребность быть рядышком с мамой. И я повторюсь, что пока ребенок все отношения с мамой не проработает, ни о какой социализации в обществе речи быть не может, поскольку между мамой и ребенком должны сложиться доверительные отношения или по-другому привязанность ребенка к маме, на основе которой эта привязанность и будет давать ему силы и уверенность находиться в садике. Понимаю, что в каждой семье есть своя какая-то ситуация, и если уже говорить о выходе на работу, то такая рекомендация не раньше 2 лет, чтобы ребенка отдавать в садик. То есть 1,5 года – это очень рано. Ребенок абсолютно к этому. Он и в 2 года не готов. Он еще маленький. Если уже наступил у вас вот такой момент, на что важно обратить внимание? Приходить в садик и оставлять время ребенку с вами напрощаться. Ребенок только в 5 лет, и это связано опять-таки с мозгом, понимает, что когда мама уходит, она вернется. До этого прощание с мамой – это навсегда. Для них это такая втрата. Это потеря, буквально, которая соизмерима, с потерей близкого человека или каких-то близких отношений для взрослого человека. И поэтому ребенок будет плакать, и просьба приходить за 20 минут до, чтобы его помочь раздеться, чтобы он телесно наполнился, чтобы он 20 раз сказал пока-пока-пока, пообнимался, и только тогда он может идти в группу. Дякую вам за відповідь. И у нас уже є питання від наших глядачів. Как себя вести во время детской истерики? Пише нам Олена. Хотелось бы знать возраст ребенка, который истерит. Может, сейчас она нам напишет, я сподіваюсь на це. Я думаю, що це питання, мабуть, було тоді, коли ми казали, що ми там путаємо з маніпуляцією, ці речі. Истерика – это реакция ребенка на что-то, чего он не получил. Если это истерика до 5-7 лет, то, я повторюсь, это не манипуляция, это вот такая зашоренность у ребенка, который увидел какой-то один предмет, он его очень сильно захотел,
мама дать ему сейчас не может этот предмет. Ну, такой вот пример. На занятиях малышка 2 годика, захотелось ей мамины туфли одевать, и снимает с мамы туфли, дает ей свой кроссовок. Ну, пока мы сидели, разговаривали, это было все окей. Когда пришло время уже заниматься, понятно, что маме нужно было обуваться. Что делать в этой ситуации? Мама берет, обувается, ребенка истерика, она начинает падать, у нее там такая колбаса телом идет, кричит. Мы, взрослые, стоим, спокойно разговариваем. Она минутки две на это потратила, видит, что никто на нее не реагирует зло, и при этом ее никто не оставляет. Все рядышком, то есть мама рядом, мама близкий, родной человек. Как только она начала немного успокаиваться, мама взяла ее на руки. На руках, конечно, она еще это доплакала и переключилась. Тобто не потрібно агресії, да, як ми так, а ну вставай, да, ти да, такий, да. Чого ти мені тут влаштував? Ну, от сьогодні сонного ребенка із тролейбуса мама забирала, ну, розбудила і вийшла з ним. Он, я спать хочу. І в ответ, какой тебе спать, мені уходить нужно. То есть ребенок так зажался. Агресія категорично ні. Нет, 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 не должно быть ни агрессии и не должно быть игнорирования. Важно понимать, что для ребенка рядышком должен быть заботливый родитель. Заботливый тот, у которого хватает силы давать эту заботу. Проводились исследования, и, ну, к сожалению, это реальность. У родителей, у которых есть детей, у них намного выше уровень фрустрации. Фрустрация – это раздражение, чем у тех родителей, у которых нет детей. Поскольку, а если двое деток, каждый из них чего-то хочет своего, и задача мамы – оставаться спокойной. Це, мабуть, важко. Так, это самое сложное. Між двома. Это очень сложно, но это реально. Дать поддержку одному, другому, ну, то есть в зависимости от ситуации. Поэтому ответ на вопрос – не игнорировать, не уходить. Можно дать, допустим, если ребенку 5 лет, дать ему время на проживание этих эмоций в течение 5 минут. Если ребенку 7 лет, даете времени 7 минут. Если у вас нет сил терпеть это, можно на там, 2-3 минутки выйти в другую комнату, сбросить эту энергию. Выдохнуть. Что там. Ну, или выдохнуть. Но обычно хочется крикнуть на самом деле. Хочется. Вот хочется. Лучше крикнуть. Лучше крикнуть, лучше сбросить, потому что это про злость, как правило. Злость – это хорошая эмоция, это чистая эмоция, и она важна для того, чтобы освободиться, но при этом никого не ранить. Когда мама ругает ребенка, она ранит его. И тогда рядышком возле ребенка появляется такая же маленькая девочка, которая не в состоянии справиться с собой. Треба себя контролювати и думати в першу чергу про дитину. Да, про последствия. Что ребенок может застрять в этой непрожитой травме и будет тянуть ее очень долго в виде подавленной эмоции злости. Ну, например. Или наоборот, если ребенок злится, можно дать ему под ручку, чтобы он что-то брал там. И прям вот пускай он это скидывает, скидывает, скидывает. Это хорошо. Или мячики пускай побросает. Что-то такое сделает. Тобто якоюсь там діяльністю його зайняти. Дать проявить ему эту злость. Зрозуміло. Батьки, беріть на замітку. Так, ну і повернемось до дитячого садочку. От що робити, коли дитина категорично не хоче робити, ходити в дитячий садочок, плаче, все, я не піду? Можна дати время для передышки. Если есть такая возможность, или найти няню, сейчас, в принципе, это очень актуально, и я знаю, что даже проблема найти няню, поскольку бабушки молодые, многие работают, ну или воспользоваться помощью родных и близких, и договориться с ребенком, что окей, сейчас ты, там, допустим, в течение месяца или там, 2-3 недель, в зависимости от возможностей родителей, ты побудешь дома. Например, и ребенок дома отдыхает, что-то происходит с его нервной системой, что-то происходит в садике наверняка. Неспроста такие истерики, но сложно говорить, поскольку возраст всегда разный. Если это 2-летний ребенок, тогда, конечно, и мама в декрете, то, пожалуйста, вообще заберите его. Забрать и потом позднейше спробовать. Да. Если это 5-летний ребенок, там, которому уже скоро в школу, можно забрать его на 2 недели дома, побыть с ним, насытиться с ним, наиграться с ним, дать ему эту поддержку. А потом
создать структуру. Что, например, там 3 раза в неделю ты ходишь в садик, 2 раза в неделю ты остаешься дома. Это все зависит от графика мамы, от графика родителей. Но, значит, ребенку сейчас нужна эта поддержка. Вот научиться слышать своих детей — это очень важно. Не игнорировать, но и не идти на поводу. Да, я не хочу в садик, все, остаешься дома. Тут, да, чтобы всю межу не перетнути. Найти золотую середину. Структура очень нужна для деток. Когда правила отсутствуют, тогда появляется хаотическое такое поведение, что хочу – делаю, никого не слушаю, и тогда на ребенка вешают гиперактивность, ну, какие-то уже такие вещи, начинают, возможно, даже лечить некоторые. На самом деле важно понять про себя, что я как родитель делаю, почему это привело к такому поведению ребенка. А от скажіть, наскільки важливо взагалі відвідування дитячого колективу, чи можна там взагалі дитину не віддавати в садочок, якщо є можливість у батьків, щоб там вона була вдома? Можна не віддавати. Если есть такая возможность, пользуйтесь нею. Это здорово, когда ребенок остается с мамой и наполняется ею. И уже там можно перед школой отдать на год в садик, а можно сразу в школу. Я повторюсь, что пока ребенок не отработает с мамой все отношения, он не готов к социализации. Надо смотреть, все детки разные. Нельзя сказать про всех вот одинаково. Одному действительно он уже готов, ему прям хочется идти к деткам, а другой ну совсем никак. И много факторов на это влияет. Ну так, дуже цікаво, до речі. Я думаю, ну, завжди ж нам кажуть, ой, він не ходить в колектив, він потім в школі там ні з ким не подружиться, він там нічого, ще й хворітиме, і все. Ну, от якраз, коли ребенок не хоче ходити в садик, а його віддають, вот тогда и начинаются болезни. И мама, как правило, выходит на работу для того, чтобы финансово дать поддержку семье, а получается наоборот. Ребенок болеет, и болеет, к сожалению, тяжело, и все деньги уходят на лекарства. Ну, то есть нет точек опоры, и смысла в этом я не вижу. От, до речі, я чула так, про цей феномен, що діти можуть навмисне хворіти, щоб залишатися вдома. От наскільки це є правдою? Як? Ну, вони себе так чи налаштовують, що... Є таке поняття, як душевне тепло. Якщо ребенок цього душевного тепла не отримує від родителей, тоді він починає себе согрівати температурою. Так. І внимание тоді ребенок починає отримувати. То есть и где-то тут откладывается, что когда я болею, мама обращает на меня внимание. И если говорить из теории транзактного анализа, таким образом ребенок получает запрет «не будь здоровым». Угу, то есть я буду на тебя обращать внимание только тогда, когда ты болеешь. Это не специально, это неосознанно этот запрет получается, дается вернее, но он так работает. И ребенок себя разогревает изнутри, высокая температура, и родители тогда начинают обращать на него внимание. То есть он себе відклав, что когда я хворею, то на меня там мне увагу приділяют. Тогда рекомендация больше обращать внимание на ребенка, проводить с ним времени тогда, когда он здоров. Вот игра – это удивительная вещь, в которой ребенок, ну, во-первых, игра не на результат никогда. Ну, например, если родители садят ребенка кушать, и у них есть только одна цель – накормить, то, как правило, ребенок есть не захочет. А если они едят, общаются, рассказывают, как прошел день, никто не обращает внимания, сколько съел ребенок, он тогда покушает хорошо. Но многие родители согласятся с этим. Если это игра как процесс, тогда ребенок в этой игре что-то познает для себя. И себя познает в том числе. Если это еще игра понарошку, тогда чем больше ребенок насытится миром вещей, тем быстрее он перейдет в мир реальности. Вот как только происходит билатеральное соединение мозга, у ребенка, ну, соединение левого и правого полушария, то есть они начинают работать синхронно, идут ответ от одного к другому. У ребенка появляется способность размышлять,
и анализировать. То есть сейчас я испытываю вот такое вот чувство, например, страх. Там детки скатываются все с горки. Мне страшно. Но я бы хотела попробовать. И у ребенка формируется мужество. То есть, в таком случае, то есть, когда происходит созревание мозга, мир делится на две такие реальности. Есть мысли, есть на три: мысли, чувства и действия. И тогда ребенку намного легче воспринимать мир окружающий. То есть всему свое время. Нейробиология, она не стоит на месте, она развивается, и то, чего не знали раньше, теперь открывается как хорошее, пассивное, хочется на украинском языке сказать, для родителей в плане не спешить. Мозг развивается до 25 лет, но вот первые 5-7 лет, они очень важные. Да, это закладывается все. Да. И все залежить від батьківського тепла, турботи, уваги. Да. Но тут нельзя забывать, что, конечно, мама тоже человек. И как любой человек, мама очень сильно устает. И ее реакция на капризы, на домашний быт, а если еще женщина и работает, это очень изматывает. И тут хочется, чтобы мама умела сама о себе заботиться. Ну, это такой самый лучший вариант. Обычно ждут, что кто-то будет заботиться. Практика показывает совершенно другое, что никто, кроме самой себя, о тебе не позаботится. И уделять время для себя, для тренировок, для развития, с подругами встретиться. Вот тогда точно у женщины будет и тепло, и желание делиться этим с малышом, и со всеми членами семьи. Ну, я думаю, що це дуже вичерпна відповідь, да? Садочок вже обговорили, тому давайте ще трошки поговоримо про літній відпочинок для тих, для кого це буде вперше, зараз всі активно готуються. От якщо дитина їде перший раз в табір, то якісь ваші рекомендації, от як її налаштувати, що вона їде там від сім'ї? Ну, обращать увагу на те, як легко ребенок йде в общество. Якщо з цим проблеми, то тогда выбирать лагерь поближе. Чтобы можно было забрать. Чтобы можно было забрать. И, допустим, вот у меня старшая, ей очень нравилось в лагерях, а среднего один раз поехал, забрали, второй раз поехал по желанию уже, но сказал, больше я ездить не буду, не хочу, не мою. Как будет с младшей, пока не знаю, буду смотреть. Вот точки опоры, это то, как себя ребенок чувствует, как он себя ведет. Родители за этим, за всем наблюдают. Не отдавать в лагерь, чтобы мы отдохнули. То есть это тоже важно отдохнуть, но не за счет отсутствия ребенка. Если он там плачет, если он звонит, что мне плохо, он отдыха не получит. Как правило, это заканчивается болезнью прямо там в лагере. Ні, це такого не треба. А давайте поговоримо ще про те, от коли краще їхати, навіть з батьками, перший раз на відпочинок, в якому віці, бо я знаю, там багато людей, навіть грудничків, за кордон, в літак і все, поїхали. От, і де краще відпочивати діткам молодшого віку? Ну, как говорит наш семейный доктор, про то, если вы хотите получить оздоровление на море, вам нужно на море быть полгода. Поэтому просто отдых для того, чтобы сменить обстановку, это все зависит от родителей, от их возможностей. А на самом деле с грудничками путешествовать одно удовольствие, особенно если он на грудном вскармливании, мама налегке, в слинг посадила. Не треба никаких там сумешей колотити. Да, все под рукой, нужной температуры, нужного состава. Пожалуйста, путешествуйте куда хотите. Я такая же была очень легкая мама на подъем с маленькими детками. Это удивительно. Не нужно кормить, закармливать, понимая, что ребенок все равно в любом случае не голодный. Единственное, что с детками, которые от года до трех, для них сложно путешествовать в машине, поскольку это закрытое пространство. И они в машине даже и спать особо не хотят. Поэтому там 2-3 часа проехали, час остановка.
чтобы он набегался, напрыгался, чтобы он скинул свою энергию. И вот в таком темпе добираться до пункта назначения. Поезд, самолет, ну, это такой более оптимальный вариант, но это все зависит от возможностей родителей. С детьми постарше я практикую, и те мамы, которые ходят на курсы, у них такой целый багаж всяких стишков. Они могут придумать, то есть обычно, что хорошо, берите с собой в дорогу там, упаковку карандашей или фломастеров и тетрадку. Можно даже не одну. Да, и вот в дороге можно там и нарисовать дорогу, и нарисовать машину, и обрисовать ручку. Ребенок потом начнет что-то сам делать, как-то отвлечется на какое-то время, там уже водичка. То есть в дороге тяжело всегда и взрослым, и деткам. Но придумать, как облегчить, им точно можно. Дуже цікаво. Так, ну, мені здається, вже всі вичерпали запитання. Зараз подивимось, що нам тут пишуть наші глядачі. Так. А, оце Олена у нас активна дуже глядачка. Я не ходила в садик і щаслива. Учительниця строго сказала, младшу віддавати в садик, щоб привикла. Вторична вигода, ну, я не зовсім розумію. Ну, наверное, про вторичну вигоду. Да, я теж не розумію. Вопрос, у кого вторична вигода? Ну, не ходила в садик, хорошо, замечательно. Если есть возможность оставаться дома с ребенком, прекрасно. Я рада за маму, я рада за детей. Другое дело, когда мамы отдают полуторагодовалых малышей и сами сидят дома. Ну, вот, честно, не понимаю, не приветствую. Осуждать не буду, но не понимаю такого. Ну, я думаю, що, будемо завершувати. Чекаємо вас наступного разу у нашій студії. Нашим глядачам кажу, що далі буде ще цікавіше. Пишіть нам на наші сторінки у Фейсбуці або на нашому каналі у Ютубі, які б теми ви хотіли послухати, і ми обов'язково їх розкриємо. На все добре, ну і далі, як завжди, ще цікавіше. До свидання.